Это диджей Виджиланд, и я продолжаю проходить Шрек навсегда. Так. Я уже пишу в 60 кадрах. Толку-то я не знаю, какой от этого. Мне показалось как-то лучше. Я тут химичил немножко со всякими кодеками, кодированиями. Первая серия Шрека кодировал вообще через какую-то левую программу, поэтому там по-другому получилось. Ладно. А, добро пожаловать. Так, я уже забыл. Так, L назад нет. Окей. Так. Нет, нет. А, мне, наверное, надо... А чё мне надо? Я не знаю, чё мне надо. А, это для неё, наверное. Давай теперь, наверное, звезду куплю. У тебя отличный вкус, насколько я могу судить. Ты не можешь судить. Не тебе меня судить. Продано. Так. Может. Мой любимый деликатес для любимого покупателя. Ну и давай. А, нет. Мощный удар. Бон аппетит. Так, выходим. Ядрение. Фини. Блинов выпеки. Масленица на дворе. Так. И нафига я тут опять? Не так же и плохо сегодня. Блин, сейчас эту штуку уберу. Убрал. Так. Ага, я теперь уже смог открыть, да? А до этого не мог. Отлично. Это я, получается, тупо повторно бегу, что ли? Ух ты, я теперь двойные могу, да? Я никак не привыкну к тому, что он такой толстый. Золото манит, словно бриллиант. Золото манит толстых котиков. Серьезно, тут никак не отнесешься. Драконье логово. Оу. Yes. Да, конечно, продолжаем. Вы расстраиваете мои планы. А мои планы нельзя расстраивать. Живо. Кстати, вот я сейчас ничего не слышу, а на записи звук есть. Ага. Что мне надо на самом деле из-за... Это, чтобы кто-нибудь привел Шрека прямо ко мне. Но кто? Это должен быть кто-то жадный. Кто-то хитрый. Кто-то, с кем я смогу договориться. Посмотрим. Король на месяц. Рыцарь на одну ночь. Нет. О, вот оно. Королева на неделю. Что? Это логово дракона? Не так уж и плохо. Надо только слегка его украсить. Картинки на стены повесить, а еще кресло-качалку и ковер из ненатурального меха. Блин, вот я голоса не слышал в этом ролике, а на записи голос есть, значит, это все из-за этого. 7.1 колонки. Ну. А у меня наушники. Короче, настроен у меня звук так тупо. Берегите ноги, чтобы не обжечься. Помните, я говорил, что все не так уж страшно? Ну так вот, страшно. Страшно, очень страшно. И очень. Очень высоко. Ладно тебе, Сил, не забивай себе голову. Вот как? Скажи это моим копытам. Монетки. Ребята, вы должны мне помочь. Если дракоша узнает, что я потерял ее дракосликов, меня поджарят. Уи-уи. Ты что? Ты потерял дракосликов? Что это за дракослики такие? Мне кажется, ты это глупое слово только что выдумал. Такой мелкий. Я не знаю, у меня сразу... Блин, я же не баба, чтобы у меня мимишность включалась. Но, блин, это печенюшка. И это толстый кот. Посранца я. Так, это... Сейчас упаду. Я небольшой знаток, но думаю, что Фионе понадобится зажечь огонь. Хорошо. Подожжем ведьмина парива. Она прям встала и внюхивает. Чет. Ее сейчас вштырит, блин, уйди оттуда.
Ого. Пауканы. Спайдерс. Спайдерс. Прячься в нору, словно мышь. Паучишь. Куда же пойти? Может, сюда? Надо только мимо ведьмы как-то проскочить. Опять это БДСМ ведьма. Ой, это просто. Положи в горшок. Кого положи? Бульк? Положи в горшок. Да, бери. Да, щит. Вау. Нанотехнологии. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вау. Вау. А прикольно, кстати, обрыв сделал. Яблочки. Ты ужасен, свин. Ящерицу положи, главное. А если тебя положить туда? Тебе повезло, что я не гопник. Какой милый малыш. Ой, какая склизкая малютка. Добавим огня. Но не беспокойтесь, ящерка жива. Так что... Сейчас током... Суюсь я так. Нападай, если посмеешь. Да, не вижу ничего за этим, ну. Я не вижу. Эти водоросли все закрыли. Куда идти-то? А-а-а. Так. Все поросло паутиной. А, я могу сквозь нее проходить. Вон что мне дело. А что мне делать дальше? А, наверное. Нет, пинать не надо. Что делать? Так. А, теперь положить. Может, еще положить? Какой милый малыш. Так. Неплохо. Не очень-то мне и приятно ящерицу в котел класть. Она милая. Я. О, блинчики. На один секрет. Я на него наткнулся. Так. И камера как-то немножко опаздывает. Я не вижу нифига. Что происходит по сторонам? Я так и упасть могу. Опять сейчас химичить что-то в этом котле надо. Да я по копытам уже вижу. Да пошел ты. Так. А что мне сюда положить? А, просто поджечь. Почему она поджигать не хочет? Жги! Так, ух ты. Как ты? Ты куда мне идти-то? Понятно. Так. Назад! Дроп. И Шреком Степанычем берем вот это. Как же неудобно переключать мне их. Лучше бы они вот здесь сделали, эти кнопки. Где 1, 2, 3, 4.
Так. Помощь осла. Осторожнее. 7 лет несчастья мне даром не сдались. У меня голова. Вау. Ты жахнула. Так. Ой. Так. Берегись. Осторожно. Что-то все такие толстые в этой части. Так. Пулька. Так, и... А-а-а, я понял, понял. Ой, какая склизкая малютка. Так, не смей убегать. Какой милый малыш. Так, подожди. Не знаю, нафига они эту фигню придумали, конечно. Этими лучами какими-то. Так, что-то открылось. Но дверь не открылась. Чего я открыл, я не пойму. Так. Может, еще добавить? Так. Блин, не просто, не проще замок открыть. Тан-та-тан. Такой еще сейчас звук будет. Пуньк. Так. Дан-дан-дан-дан. Маленький толстый. Вау, лава. Чего ты он мне стрелку туда показывает? Зачем? Непонятно. Так. Ну ладно, пойдем по стрелке. Мало ли, может, я что-то пропустил, потом возвращаться все равно придется. Вот так вот. Нафига он мне сюда показывает? Он показывает к этому зеркалу. Если любишь жуть и мрак, отыщи их в ином мире. Если любишь жуть и мрак, отыщи ее, мудак. Так, я не пойму. А зачем мне он сюда показывает? Куда-то. Стрелка упоролась, похоже. Тут список заданий, нет? А, что такое? Что это за фигня? Блин, еще не попасть. Может мне оттуда перейти? Блин, что же я торможу? Катан. Жалко, что прыгать нельзя. Это, наверное, из-за его веса. Так, плевать на эту стрелку зеленую. Я пойду дальше, короче. Не знаю, что она упоролась, что ли. Это, наверное, маленький дракошка какой-нибудь. Тюльк-пульк. Ха. Блин, а первый раз я там прощёл. Ну, Варя, ну как так?
Так. Давай-давай-дам-пам-пу-дубу-дум-дум-пу-ра-ба-дам-пам-пу-ра-ба-дам-пам-пам. О. Не знаю, куда иду я. Правильно иду, неправильно. Сердце мое взял. Ага. Типа... На самом деле... Значит... Это тяжелее, чем кажется. Хы. О, миленький, эту мордочку только родитель способен полюбить. Прародитель. Так, одного нашли. Типа... Сюда, типа, не надо, да? Ну, я так и сделал. А она у него любит позажигать. Но я не могу же вернуться к дракоше, не найдя всех зверюшек, понимаешь? You understand me? Конечно. Я не знаю, куда идти. Дело в том, что я не знаю, куда идти. Дело в том, что вот что. Дело том. Блин, вот мне надо туда вот. Но как туда попасть? Как туда попасть? Я не знаю. Так, тут все огорожено. Это брать нам не надо. Подожди. По-моему... Когда я до этого включал, там был тоже звук. Может, это пол активирует. Сейчас подумаем, попробуем. Зажигай. Добавим огня. Так, это работает, фигня. Ау. Ау. Барану. Чуть-чуть. Берешь, кладешь. Так, и... Осторожней. 7 лет несчастья мне даром не сдались. Да! О, вот где это проход. Интересно. Я рад, что нашел дальше путь. Уть. А, золото манит, словно валерьянка. Золото манит, словно валерьяночка. Когда слово зит, это вообще... Оу, я прошел дальше. Ни хрена себе. Вы что, издеваетесь? Похоже на то. Ау. Может мне это сбить? Ну, я не знаю, сбивать мне это... А, он не хочет еще. Он еще и сбивать-то не хочет. Какой же он толстый, я не могу. Особенно, когда... Ой-ой, живот. Вот с кем поведешься, от того и наберешься. Он со Шреком толстым. И сам кот толстый стал. Ну вообще. Ну вообще. Ай, блин. Ай, блин, я ж испугался. Повезло, что я не гоблин. Ой, у меня с жизнями-то. Беда. Осторожней. Подох. Блин. Опять все это идти. Опять. Ну, сейчас я как-нибудь...
просто не видно еще плюс. Так, это яблоко берем. Ну сразу... Блин, куда я лезу? Да бери ты это яблоко. Ну, началось. Ну, началось. Не может поуже как-то это яблоко держать. Фига тут просто. Еще идет так медленно. Я могу поджечь? Нет. Он как бы обеззараживает. Ай-яй, еще один и все. Драпай, драпай, бегом, бегом, бегом. Молодец. Так, теперь кладем. Это, по-моему, меня не трогает, да. Теперь я могу осмотреться, но тут ничего. Ничего нет. Так, эти. Так. Это, наверное, чтобы быстро вернуться обратно. Где? Все засияет. Все засияет. Оу, кто пришел? Я ж тебя завалил во второй части. Я ж твою толстую задницу. Ну ладно. Rockin' Red. Они медленные. Это тоже тебе. Эй, осторожнее. А я могу переключаться во время таких сражений? Вот. Да. Завалил. Очень вредно для здоровья. Даже ослы не едят то, что не словно мышь. Псюк. Моя шпага быстрее твоих трюков. Я начинаю злиться. Кулаком. Я еще и не то могу. Они мелкие, неудобно. Нападай, если посмеешь. Прячься в нору, словно мышь. Воу. Что там? Спокойной ночи. Вы чё кидаетесь? Ой-ой. Мочи. Почему она меч тут не берет? На. Живой еще. Извращуга. Вау, вот это удар. Я выиграл. На, приятно быть мной в сапогах. Уинил. Не самая удачная идея. О, точно. Башня над мостом. Вперед, пошли. Башня над мостом.
ведьмином Барева. Барева ее. Какой милый малыш. Теперь мы можем пройти. Так. Кстати, ой, Шрек может толкать деревянные зеркала. Ту-ту-ту-ту. Что? И как он это делает? Ага. Понятно, нам еще усложнили. Мало того, что их крути-верти, теперь их устанавливай. Метка! По морде дереву. Странно отчасти. Зеноклэш напоминает. Про автомат первого лица. Так. Кто там еще? Так. Нам эту фигню сварить надо, да? Снова. Так, берем это, кладем это, берем это, зажигаем это. Берем это. Повезло, что я не голоден. Так, теперь. У меня от этого голова идет кругом. Давай, пинай. Осторожней. 7 лет несчастья мне даром не сдались. Я вот не вижу, что там открылось. Пауканы. Паска. Мочи. Нападай. Замурлил до смерти. Моя шпага быстрее твоих трюков. Опять какую-то бурду надо варить. Борщ. Сейчас варим. Борщелелло. Да, сколько вас тут наплодили? Нападай, если посмеешь. Они, блин, смеют. Да, бери. Ой, тяжесть какая. Так, где-то вот так. Дум-дум. А где мне этого искать? Подожди-ка, сейчас я этого ящера найду. А, еще вот двигать надо. Надо найти ящера. Ща-ща-щера. Вот он где. Ой, какая склизкая малютка. Уси, пузусь, уси. Так. Он тут сидит. Не, подожди, ты его возьми. Повезло, что я не голоден. Вот сюда положи. Да бери ты эту тыкву или что там. Куда он уполз? Вот засранец. Все засияет. Взял, убежал со скоростью. Ой, милый малыш. Зря я только тащил. Милый малыш. И... Чё дальше? Ещё что ли добавить? Непонятно. Не помню. Лазер. Тяжелее, чем кажется. Смотри, не хочет зажигаться.
Допер. Сейчас посмотрю, туда надо, нет? Ой. И пусть Саша тебя не смущает. Ты кто тоже? Не хочет открывать. Продолжай поиски. Тут точно где-то должен, быть Дранакослик. Так. Хватай. Не хочет засранец. Невозможная тяжесть. Это тяжелее, чем кажется. Блин, так. Это это типа головоломку мне тут предлагает, да? Я думал, просто так. Дикая. Да, нет. Фиг с ним, давай так. Зажигай. Так. Немало денег понасобирал. Эту мордочку только родитель способен полюбить. Еще один. Чудо-дитя. Ворота? Отлично! Одним больше, но это еще не все. Быстрее! Нужно все закрыть. А то у меня лишь пепел останется. Ну мы же не должны такого допускать. Вау. Богатая печенька. Если любишь жуть и мрак, отыщи ее, мудак. Так, я не знаю, куда дальше идти, кстати. Абсолютно. Наверное, нет. Надо как-то туда попасть. Наверное, с помощью... Теперь. Ага. Тебе повезло, что я не гоблин. Он нас уже ждет. Что-то выдвинулось. Ага. Так, стоять. Шрек? Что это за буква? Сохранение. Сохранение. Так. Зачем нам на эти ворота показали? До новых встреч! Я еще не думал. Пни его еще. А эти бомбы как-то использовать можно, да? Ой! Так, ага, опять варево какое-то. Требуется намек, заплати и все будет. 10 на... Я сам! О! Жмотай. Ау. Так, значит... Это мы, чтоб туда пройти. Тебе повезло, что я не гоблин. Теперь мы ее бы запасали. Теперь надо пнуть. У меня от этого голова идет кругом. Так. Ага, какая-то утипуть, а не неизвестно.
Какая-то неизвестная у тебя путь. Так. Придется вернуться сюда попозже. Ага, подожди. Кажется, я... Кажется... Догадываюсь. Мы их двигать не можем, да? Какой милый малый. Бери эту утюпутю. Так. Блин, я положу, она смотается, да. Желтый. Так это крутить можно. Так нам безопасно она. Окей. Надо зеленый, может, цвет. Подожди, а если эту утюпутю положить? О, зеленый. Так. Варево какое-то варить надо. Ненавижу я такие дела. Так, ладно. Добери. Добери. Добавим огня. Тебе повезло, что я не голоден. Вау. Спецэффекты. Так. Ой-ой-ой. Опять? В чем дело, Шрек? Проблемы со всех сторон так и прут. Отлично. Сам напросился. Е-е-е. Метка! Звездочки вокруг. Я начинаю злиться. Ой! И это тоже тебе. Люблю поразмяться. До новых встреч. Быстрее твоих трюков. Прячься в нору, словно мышь. Интересно, YouTube не против? Это тоже тебе. Я еще и не то могу. До новых встреч! Да, вот так-то. You win. Очень хорошо. Так, остался путь номер три. Number three. Что ж, сохранение было. Продолжим в следующей серии. Это был DJ Vigilant.